Может, бутер? Давай звериный аппетит! Папа может, папа может! Только папа укротит! Папа может, папа может! Мой звериный аппетит! Только папа укротит! Мой звериный аппетит! Папа может, папа может! Только папа укротит! Мой звериный аппетит! Только папа укротит! Мясная колбаса. Папа может. Всем привет, друзья! Это канал «Импроком» и шоу «Громкий вопрос». Очень громкий вопрос. Ну что, пацаны, делайте, что хотите, все равно на вас никто не смотрит, потому что у нас здесь крашей. Мне так подсказали его объявить. Подошел мужчина вот такой, говорит, представь, это крашей. Егор Крид. Егор, привет! Привет! Привет, пацаны. Здорово. Как мы тебя рады видеть, Егор. Да. Очень рады видеть. Вообще, ты себе представить не можешь. Слушайте, пацаны, сегодня давайте без важной информации. Не, важная информация будет все равно, в любом случае. Во-первых, поздравляю вас с прекрасными цепочками, которые вы надели. Спасибо огромное. Да, заметил? Да, спасибо, класс. Во-вторых, хотелось бы сказать, что, ну, я вам говорил уже, зрители, наверное, не знают, что «Громкий вопрос» в целом одно из моих любимых шоу на YouTube. И я смотрел все выпуски, кроме одного. И вы об этом знаете, да? Какого, да. Поэтому я очень давно сюда хотел пойти, но не хотел тоже одновременно. Знаете, почему? Ну вот... Я боялся опозориться. Не, братан, нормально. Слушай, я пришел тебя поддержать, мы сегодня в одной команде. Да это будет новогодний выпуск. Пацаны, я с вами. Ну, первое, что хочу сказать, во-первых, немножко волнительно, во-вторых, студия кажется больше, когда смотришь. Да, есть такое. Мы тут тоже потеем, сидим. Ну что, у вас как дела? Да все шикарно. Вообще про нас мы рассказать можем когда угодно. Да, у нас самое большое это цепочка. Более того, про нас ты можешь рассказать. Сказать, когда угодно. Кстати, да! Ты же такой хранитель наших секретов, Егор! Давайте доверим ему какую-то информацию. Я ваш пиар-менеджер, все. Это правда. Нет, на самом деле, ну такая, да, тупая немножко ситуация. Да нормально, что? Не, круто, круто. Меня больше всего, знаешь, что разъебало? Фраза, ну я не знаю, секрет это или нет. В прямом эфире. В прямом эфире на Твиче. Ну я подумал. Вроде, пацаны, на СТ, не знаю, секрет или нет. Я подумал об этом, но поздно. Так всегда бывает, что ты вот, ну... Но ты, получается, наш пресс-секретарь просто. Согласен. Как вам, пацаны, на другом телеканале? Ты боишься его называть? Не бойся это произнести. Ну там тоже три буквы. Тоже три буквы. Шикарно, шикарно, шикарно. Нам шикарно. Не, ну я, по крайней мере, хотя бы я рад тому, что импровизация существует. Да, и мы тоже рады. И за это нужно всем, кто... Кому? Кто ты не нашел камеру? Да не, я просто увидел человека, когда я сказал, импровизация существует, сделали вот так за кадром. Кто-то, видимо, явно фанат этого проекта. Нет, они импровизаторы вообще-то. Там, я думаю, такая была. Вообще-то импровизаторы. Если что, Егор пришел, подготовился бы. Импровизация в прошлом. Ага, это все. В общем, я готов сегодня проиграть. Да ладно, перестань так настраиваться. Почему ты смотришь на мою кепку? Я же не смотрю так на твою новую прическу. Я охерел. Я реально, мы когда сегодня увиделись, я такой, блядь, он реально... Ой, хотел сегодня без мата быть. Не получится. Не, ну это не правда, получится, да? Не, ну просто... Не, дело не в этом. Дело в том, что он так долго ходил в одном скине и такой, ну я поменяю его. Реально. И не предупредил тебя. Не предупредил. Вообще. Ну я к этому приду. Это скоро надо отрежется тоже. Тебе, кстати, очень идет, правда. Спасибо. Я, кстати, могу. Ты молодой сержант. Я могу принести ножницы. Нет. А кто отрезал? Ты отрезал? Да. А тебе были вот эти... Да, огромные, садовыми вот так вот ебанутыми. Что ты ему отрезал? Да, кичку. Они же, это же они меня побрили. Да, ну, да. Видос. Это было видос промо, да, для нашего... Не, я-то понимаю, почему Дима побрил, но у тебя-то прическа растет? Растет. Оно у меня постоянно меняет высоты. У меня тоже, да. Егор, привыкай говорить, не я проиграю, а мы проиграем. Мы команда. Мы команда. Егор, мы сегодня одна команда. А мы не спорим? Подожди, да. У тебя, может, есть какой-то, да. Может, какой-то ресторан открыл. Ты просто утонул в Твиче. Ой, не знаю, можно ли было об этом говорить? Ну, слушай, когда выйдет этот выпуск, кстати, я на Твиче у себя сказал, ребят, вы давно этого ждали, я иду в «Громкий вопрос», но не факт, что этот выпуск выйдет. Опа. Заинтриговал. Заинтриговал. Хорошо, вот, хорошо. Вот, поэтому, если вдруг он вышел, ребят, соберем здесь 3 лайка и миллиард просмотров, как на одной... Как в одной социальной сети. Которую мы, да, обсуждали. За этот выпуск.
Что я у тебя забыл, песня, альбом, ресторан. Я решил вернуться в музыку. Да не, на самом деле много сейчас вообще музла готовится. Уже вот песня вот новая вышла, пока мы здесь сидим. Что по ресторану? Я готовлю альбом и подумал, что к альбому можно приготовить еще и еду, правильно? Да, ресторан, да, ресторан первый открывается. А название уже называется? Там же, по-моему, написано, нет? А? Там же уже, по-моему, написано. Нет, пока не написано. Там написано «Крид, где ты?». «Крид, где ты?». А, типа поел и... Смотри, «Крид, где ты?». У нас просто, понимаешь, как такового названия нет. А, серьезно? Да, вам нужно посмотреть, чтобы понять, что это за название. Поэтому приходите на Новый Арбат и посмотрите сами. А как писать? На Новом Арбате. В навигаторе ты что писал? Новый Арбат? Маша, какой адрес? Дом! Цифры. Маша, назови дом! Одну секундочку, улица, ресторан. Да. Давайте, подожди, можно сказать правила пока объяснить? К моему удивлению, реально, то есть я пытался как-то запустить доставку роллов, когда это еще не было мейнстримом, и этого не делал каждый. Это было года два назад. Вложился. Привет, Ида. И так мы их и не запустили, хотя они были... Так, а это ресторан, это прям ресторан? Ресторан, это будет, больше кафе. А, больше кафе? Потому что у нас сначала было в названии ресторана «Дом», потом... Типа домашняя кухня? 15? Новый Арбат 15. Новый Арбат 15. Новый Арбат 15. Короче, офис 35, 17 этаж. Вот с приставки «дом» поменяли на кафе. На кафе. Дом все-таки подразумевает чуть больше места, чем у нас. Я удивился, мы вот когда были на... Как это назвать-то? На дегустации. На финальной дегустации я удивился от того, насколько вкусно. То есть до этого... Это какая кухня? Это итальянская кухня. А, итальянская кухня. Я без рекламы говорю, реально супер вкусно, я ожидал худшего. Но вот после Чиприани это мое второе, наверное, по вкусноте итальянское место. Я ожидал худшего. Новый Арбат 15. Я всегда ожидаю худшего, чтобы сильно не расстраиваться. Ну а мы пойдем? Что мы пойдем? Конечно, пойдем. Нет, мы приглашены. Мы уже приглашены. Если что, у каждого из вас скидка плюс 15%. Так что заходить. Это хорошая скидка. Круто. Да, новый альбом, концерты будут большие. Стадионный концерт хотел на каком собрать. Стадионов? Думал насчет «Динамо». Там ВТБ? 40, близко к дому можешь? Да, там 40 тысяч. Вот хотел собрать, предыдущий был на 18. И проблема в том, что мы чуть не успеваем. Наверное, я, скорее всего, возьму какую-то площадку и сделаю там просто 3 дня подряд или 2. О, это как Киркоров. Ну, потому что... Я Филипп. В Кремлевском дворце неделю подряд. Нет, проблема в том, что у нас, к сожалению, не осталось крытых больших площадок. Вот и все. А ты, зачем тебе крыша? А как не осталось? А дождь, если? А если снег? Снег. Ты вообще шаришь в погоде? В Москве это проблема. А ты когда хочешь концерт сделать? Мы планировали на сентябрь. Или в межсезонье. Но мы будем делать где-то в конце сентября, октябрь, ноябрь. Ну, дождь. Снег, сентябрь. А, так это вообще не скоро. Так мы в Москве. Я думал, вот, летом, когда... Ну, хз, когда выпуск выйдет. Я наперед уже прошло. Может, лето уже прошло. На концерт тоже пойдем. Конечно. Ну, в смысле, лето прошло. Ты имеешь в виду, июль закончился? Ну, типа того. Ну, да. Все, везде ходим. Ну что пока мы строим маршрут на Новый Арбат 15, напомню всем зрителям, Егору напоминать не надо, потому что он смотрел все выпуски. Да, правила очень простые, мы сегодня одна команда, вместе победим, скорее всего, настраиваемся на позитивное, мы точно победим. Я на 7 из 7. На 7 из 7, естественно. Ах, отвечаем на вопросы вот на этих карточках, пишем ответы карточки вот на эти. Самое главное, чтобы ответ был правильным, и чтобы на всех 5 карточках был одинаковый ответ. Да, это тоже очень важно. Дима, это очень минута на вопрос, за каждый правильный ответ баллы нужны все. Если это иностранное слово, то учитывается, там, бла-бла-бла. Можно писать как угодно. Возможно, уже никому не интересно. Но последняя информация, которая важна, мы будем все в наушниках. Естественно. Арсений, вам слово. Благодарю, Сергей. Нам надо придумать жест, как мы будем праздновать победу. Да. Я, кстати, вот вчера думал перед сном, но ничего не придумал. Да что ж такое? Да, у меня жест один был перед сном. Повторяющийся? Повторяющийся много раз. Так давай его сделаем. Делаем, мы только как-то облагородим. Новый Арбат 15. Вот так типа там. Нет. О, давай, типа давай. Вот так вот. Новый Арбат 15. Отличная реклама, давай. Не, ну либо все-таки ночной жест. Как будто бы мы на одной руке поднимаемся по трубе. Я знаешь, о чем подумал? Вот сейчас только что. Я когда выигрываю, да, я всегда говорю фразу иностранную. Она звучит «Let's fucking go». Можем ее перевести? «Let's fucking go». Да нет, но не надо. Давайте «fucking go». Трахаться, go идти. Давайте трахаться идти. Это то, что все ждут. А мы можем просто говорить «let's fucking go» и за кадром будет голос говорить «давайте трахаться и типа». Слушайте, а «fucking» переводили раньше в фильмах, я того возраста, когда «черт» или «чертовски».
Давайте чертовски идти. Давайте трахаться идти. Давайте. Ты можешь каждый раз... Нет, кто перевод? Давайте У тебя есть голос. Давайте. Давай ты просто каждый раз будешь просто разные фразы переводить. Нет. Блин, как пусть, давайте только как один раз выиграем. Давайте трахаться в присядку. Какое слово мы меняем? Мы говорим let's fucking go, а ты меняешь, а ты говоришь фразу. Давайте трахаться в присядку, блядь. Это fucking go. Это типа вот так. Каждый раз будет неожиданность. Это как мультик в конце игры. Показал вот так. Ну, в присядку. Я ориентируюсь на слово в присядку, да. Когда ты еще по ноге бьешь. Да. Давай, погнали. В конце, да. Не по ноге, а. Пацаны, погнали. И, давай. Ты сразу. Говори сразу потом. Да. Let's fucking go, а потом ты. Так, раз, два, три. Let's fucking go! Давайте трахаться идти. Ну, вначале без шутки. Дайте время, пока вы будете объяснять, я что-то придумаю. Хорошо, все, готовы. Мы двигаемся к первому вопросу. Погнали! Убирайтесь туда, откуда приехали. Ну, здравствуй, ястреб. Ястреба больше нет. Тебе было непросто здесь отыскать. Как оказалось, недостаточно. Будете уезжать, не застряньте в грязи. Брось. Ты же уже понял, что нужен нам. Я завязал. У меня теперь новая жизнь. Прошу, в последний раз. Я никогда больше тебя не побеспокою. Нет, это в прошлом. Теперь я пью красиво, только для близких. Ястреб, это особенная работа. Я бы не обращался к тебе, если бы ты не был лучшим. Может быть, она способна как-то тебя заинтересовать? Прошу, один глоток, и я исчезну навсегда. Что ж, выбор за тобой. Уходим. Стой! Но это в последний раз. Давай, как ты умеешь. Давай так, за руку возьмемся. Хороший дублик, но холодно. Давай. Есть, снято. Молодчина, ястреб. Я знал, что ты справишься. Я сделал это не ради тебя. А теперь убирайтесь. Раз вы знаете, где я живу, привезите мне еще пару ящиков. Сделаем. Вот ради кого я вернусь в профессию.
Очки. Один. Очки. Очки. Без. 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 Заушных душа. Без наушников. Пенсне. 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 Я не знаю. Знаешь, как пинцет? Пинцет. Пиши. Как писать? Пенсне. Одно слово. Пенсне. Да. Одно слово, да? Да. Да? Пен. Пен. Пе. С. Пе, да. М. Е. Пенсне. Пенсне. Ну, пинсне. Ну, по идее. Пенсне. 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 Что, нет? Пенсне. Мы проиграли! Ой, как хорошо. Ничего себе. Ой, как сразу хорошо. Подождите, когда... подождите. Что, ну, что это сразу? Я надеюсь. Я надеюсь. Я нормально? Идеально. Идеально. Да. Егор, идеально. Все вообще без... четко. Не зря я задрачивал громкий вопрос. Вчера перед сном. Мы поняли. Мы поняли сразу. Так, какой был вопрос? Подождите, двумя руками? Новости. Вопрос такой. Как называется новый ресторан, Егор? Очки без заушных душек. Заушники без заушных душек. Дужек. Дужек. Да. Душек. Дужек. 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 Это же одно и то же, да? Ну, типа, да. Я надеюсь. Так, ну, это пенсне. Ну, да. Пенсне. Я думал, но кто-то объяснит мне через родной город, типа Пенза. А как называется, когда... Один? Монокль. Монокль, да? Как вы вообще вспомнили пенсне? А это пинцет, от пинцета? Пинцет я понял сразу. А ручку пен ты конечно понял? Конечно понял. Вообще. Вообще все понял. А мог бы, я показал бы карандаш, был бы пенсет. Так, не обращайте внимания. Не обращайте... Я показывал. Слышите, не обращайте внимания на написание. Кому-то может показаться, что я написал пенене. Да, это пенсне. Правда, пенене. Это типа, это идеальное название для пене. Да. Пенене. Ну, надо назвать так. Пенсне. От шастуна в нашем ресторане. Пенсне. Пенсне. Так, так. А так теперь так, нам так нужно отклеить и узнать правильный ответ. Ну, интересно. Я тебе просто интересно. Я это делаю для новых озвучек. Для новых ощущений. Тяни. Сейчас, тяни. Что там? Это пенсне. Это пенсне. И let's fucking go! Давайте, бать его, за ногу идти. А что вы от меня хотели? Зря мы ему это доверили. Давай, да нет, все. Хотите по очереди? Нет, все. Теперь ты все это делаешь. Все, я буду переводить, трахаться и идти. Мы сразу взяли первый вопрос. Это 7 из 7. Это 7 из 7. Ну зачем ты это сказал? Ну ты на карту. Ну я же не баб. Ты понимаешь, нет, знаешь, в чем проблема? Ни одного мы больше не выйдем. Ну одна минута. Тут же главное объяснить. Вот он показал. Никто не расстроится. Душки нет. Матерь, ну как же, типа, ну... Следующий вопрос тебе объясняю. Что вставлю? Новый корчик. Не... А, мне лучше корточки не объяснять. Корточки. Мне объяснят потом. Новые корчики. Люди специальные мне объясняют. А у тебя специальные люди? Да, я же Арсения нанял. Оплачиваю. Я как этот сурдопереводчик у Эминема. Пока вы тут что-то объясняете. Не, ну сейчас было легко, я просто не знал, как... Не, было нормально. Было нормально. Мы правильно писали. Да. Все Е. Я думал, что в конце... в зеленом свете. В зеленом, да, хорошо. Я вот думал сегодня, перед тем, как пойти к вам, что надеть? Угу. С красным или зеленым? Подумал, хорошо, что с красным. Не додумал. Ага. Не додумал. Решил черное. Решил черное. Ну что ж, первый взят. Идем ко второму вопросу. Гоу! 3, 2, 1. Осеннее. Осенние, осень, зима, весна, осенние, месяца, песня, июнь, июль, август, ага. Месяца, июнь, июль, август, осенние месяца, в обратном порядке. В обратном порядке? Осенние, осень. В обратном порядке? Ноябрь, октябрь, сентябрь. Какие?
Ноябрь, октябрь, сентябрь. Да. Фу. Да? А? Такой странный вопрос. А ну, что тебя смутило? Не, бро. Он, ну, наверное, не на знание, а на вот как, ну, типа, знаешь, его просто трудно объяснить. Ничего не смутило в нем. Ну, бля. Ну, нет. Ну, пиздец. Ой, ладно. Ну, ладно, ну, давайте мы... Я просто, ну, засомневался, то ли я понял, а то ли я понял. Ну, я вижу за кадром, что... Ну, я готов. Да? Давай, давай. Да. Назовите все месяца в обратном порядке. Все? Ладно, осенние месяца в обратном порядке. Осенние месяца в обратном порядке? Ну, ноябрь, октябрь, сентябрь, я написал. Ноябрь, октябрь, сентябрь. Ноябрь, октябрь, сентябрь. Подождите, если нас сейчас посмотреть зеркально, то мы написали правильно. Я извиняюсь, в какую сторону зеркало у тебя работает? У него вот так. То есть ты когда в зеркало смотришь, ты вверх ногами, блядь? А вы нет? Отклеиваем. Отклеиваем. Вот так же все отклеиваем. Хуево. Вырвал с корнем. Ноябрь, октябрь, сентябрь. Ноябрь, октябрь, сентябрь. Let's fucking go! Давайте охуеть дойти. Да пошли вы в жопу! Я же уже даже начал материться! Для усмешнения. Слушай, я понял, что когда больше слов, чуть сложнее объяснять. Вот как месяца показать? То есть я вот не понял. Я осень пытался показать через падающий лист. Это было достаточно романтично. И в моей голове это выглядело как осенний лист падает. Я даже чуть-чуть дождик увидел. Как будто бы кто-то сидел. Как показать осень? Ну вот. А вот так и показали. Как ты показал? Ну вот два листочка. А месяца? Месяца. Календарь. Я по календарь показал? Я вот каждый раз думаю, как бы я показал. И вот что-то когда сидишь, и у тебя минуты и время, и ты такой, ну все. Шаст. Да. А как бы ты показал идеальную музыкальную композицию? Интеграция. А я бы показал ее вот так вот. Или просто сказал бы, что Яндекс.Музыка точно подберет треки, которые тебе понравятся. Ты в этом уверен? Конечно, Егор. И ведь там... И там ну есть... тогда все на Яндекс.Музыку. Ну что, ребята, во-первых, я хочу сказать всем будущим гостям, чтобы они готовились к нашей программе так же, как это сделал Егор. Два из двух. Ну зачем? Не делайте этого. Завышаем планку, идем к третьему вопросу. Поехали! Три, два, один. Куда? Удар. Можно уехать? Уехать. На недельку? На недельку. На неделю. 5, 7. На неделю. До второго. На неделю. Я понял. Комарова. Комарова. Да? Комарова. Куда? На недельку. Можно уехать? Да, на недельку. До второго. Комарова. Да, пиши. Комарова. Комар. В Мухино. Ну-ка, подождите. Это все дым-машина. Все дым-машина. Давайте не спим. Не надо так рано выебываться. Ты слишком уже в заниженной машине, блядь, сидишь. Я уже еду. Но он же хотел уехать. На недельку до второго. Ну если... Ну да. Куда можно уехать? На недельку. До второго я уеду в Комарова. Витя Комарова, открывай. А это что-то ну, типа, комар. Ну да, ну, комар. Нормально. А, комар. Ой, там в Комарова. В Комарова. Ну, так ты сам Комарова. Чего не боишься? А, да. Комарова. Let's fucking go! Давайте трахаться с Go-Go. Браво! Хорошая! Это хорошо. Это хорошая. Это мне написали. Вот я вот в шоке. Что такое? Оказывается, если к нашему шоу готовиться, это я, наверное, и себе тоже говорю.
То вот, вот, а то приходят гости, я ничего не смотрел. Зачем они это говорят? Да я просто поменялся голос. У тебя ресторан, альбомы, столько дел, и ты находишь время готовиться. А приходит, я извиняюсь, Айдар Гараев, чем он нахуй занят? Сидит в соседнем, зашел бы вживую бы посмотрел, блядь. И все бы было. Что-то за конспектирование. Так, нет, мне на самом деле... Вы с Дзюбой сняли выпуск? Нет. Пока нет. Ну, я так хотел. С ним. Да он занят. Не Дзюбу, я имею в виду. Выпуск с ним. Так, три из трех. На самом деле, Егор... Мог бы троицу. Егор абсолютно прав. Нельзя терять концентрацию. Слишком хорошо идем. Потому что... Предлагаю Джигана в следующий выпуск. Блин, можно совместно? Я очень хочу. Джиган. А вы Джигу звали? Да мы его везде звали. Дайте наберем ему. Да он отдыхает. Нет. Нет? Он не ходит. Подожди, он смотрит на тебя и хочет кому-то звонить. Джиган. Прекратите. Давай, Егор, звоним Джигану. Джиган. 60 секунд. Джиган никогда не отдыхает. Никогда не никогда отдыхает. Не отдыхает. Он всегда работает. Он всегда работает. Подожди, а если работа? Бы ты отдыхал, я бы тебе позвонил, ты бы что, не взял трубку? Взял трубку, конечно. Ну, и что так? Ну, ничего такого. Ну, не звоним Джигану, ладно. Да не почему? Звоним, ладно. Вы однажды мне позвонили с какого-то своего шоу, я был в ванной. Ну, вот и все. Я там сказал, ну, ты же поднял. Я был в ахуе, когда вы позвонили. А когда я в ахуе, меня нельзя отвлекать. Вот я почему хотел без мата сегодня? Знаете почему? Потому что я родителям показал, я вот ездил на Новый год к родителям на несколько дней, и мы смотрели «Громкий вопрос». Говорю, мам, смотрите, вот одно из моих любимых шоу на YouTube. Энки, вот ребята, конечно, хорошие, но матюкаются много. Блин, а мне, я извиняюсь, когда твои песни слушают, таких вопросов не возникает. Они просто не слушают. Нет, давайте мы же мы по минимуму. Привет. Нет, согласен. Да не, ну прости, его в это втянули. Да. Я из города Пенза, а в Пензе сложно не материться. Ну, поэтому мат это наше второе. Все, погнали к четвертому. Да, мы постараемся не матюкаться, Арсений. Сохраняем концентрацию. Концентрацию. Идем к четвертому вопросу. Поехали. Добро пожаловать в изменчивый мир. Так выглядит шопинг в месте, где нет ничего постоянного. Товара нет, товар есть. Лекарства приходят и уходят. Сегодня одно, а завтра другое. А любимая бургерная называется... Да какая разница, как она называется? И как же во всем этом разобраться? Поиск Яндекса. Все меняется, все находится. Скетч-шоу, которое заканчивается словом «все». Заканчивается словом «все». Скетч. А, Ералаш. Заканчивается словом «все». Ералаш. Да. Турун-турун-турун. Понял? Ералаш. Скетч-шоу. Скетч-шоу. Которое заканчивается словом «все». Или имеется в виду словом «все». Ералаш. А? Ну, типа, словом «все». Ералаш. Я помню «все». Нет, нет, я имею в виду, это было «все». Все. Ералаш. Ералаш или «все». Ералаш. Просто, проще. Ералаш. Нет, Ералаш. Ералаш. Да. 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 Точно, да. Да, это, блядь. Ты написал? Ну, я написал, просто вы начали сомневаться, и я. А я ж как вы, пацаны. Вы сомневаетесь, я сомневаюсь. Вы не сомневаетесь. Бывает даже, вы не сомневаетесь, я сомневаюсь. Так, меня, знаешь, что смущает? Нельзя вносить смуту. Как да. Нельзя? Там, знаете, что происходило? Что? Я глянул глазком, там все сидят. Нет, вы чё? Там никого нет, ты сумасшедший. Вы, там зрители на самом деле, да, для зрителей это просто подложный смех, как во всех юмористических шоу-программах. Это, кстати, я его озвучил. Как объяснить слово «скетч»? Скетч-шоу, ты сказал, все понятно. Вы поняли, да? Я пытался скетч-шоу, которое заканчивается словом «все». Скетч-шоу, которое заканчивается словом «все», да. Да, Ералаш. 100% Ералаш. А что за сомнения были? У меня нет. Я смотрел просто на наших подписчиков, которые прямо сейчас нас смотрят. Кто-то из них говорит «нет». Ну, они просто не смотрели. Ну, Ералаш. Вот же он даже говорит «все». А, да, вот так там на заставке, да. Он говорит «все». Четко. Приходите смотреть его стримы на Твиче. Да, приходите смотреть. Он уже не стримит. Я стримлю, стримлю, стримлю. Приходите в его картинные галереи. Там такие выставки. Та-да! Ералаш! Все! Let's fucking go! Непереводимая игра слов. Это для родителей. Да. Для родителей.
Это сколько? Сколько уже? Четыре из четырех. Это 4 из 4. Топ. Не, ну хорошо, идем пока. Очень, идем вообще очень. Шикарно. Обычно. Не, ну я видел, у вас так много раз доходили. Нет, раз так было? 4 из 4. А, было у Маши, да, там, по-моему, 6 из 7 мы набрали, да, и проиграли. Ой-ой-ой-ой. Был такой. Ну, не будем ориентироваться. Чем дальше, тем хуже. Тем хуже. Нет, давления никакого. Просто, ну, 3 вопроса ответите, войти в историю. Да. Никакого давления. Я просто понимаю, что еще потом супер игра, а там, ой, ну у меня 3 минуты есть хотя бы. Да. Там уже не ты виноват, абсолютно. Как уже? Я, 4 минуты. Я виноват. Уже 4. Я просто понимаю, что, ну, сложно понять в целом, когда вот кто-то пытается объяснить. Да, да, не нормально. Вы красавчики, ну вы уже матерые. Мастера игры. Да. Мастера этой игры. Ну что ж, 4 из 4, мастера идут к 5-му вопросу. Поковыляли. 3, 2, 1. Квадрат. Гипотенузы. Гипотенуза равен. Я не сумме знаю. Сумме квадратов катетов. Я вообще не шарю. Я в математике ноль. Квадрат гипотенузы. Да. Квадрат гипотенузы, да? Равен. Квадрат сумме гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Да, да. Ну типа чему равен квадратов? Квадратов. Катетов. Понял? Сумма квадратов сумме. Сумме, да, да, да. Ну просто сумма квадратов катетов. Сумме или сумма? Надеюсь. Да не может быть. Не, ну сейчас у нас, похоже, громкий вопрос за 7-й. Прости меня, мама, за то, что я те бессонные ночи, когда ты училась со мной эти уроки. Это геометрия. А мы матюкаемся, но знаем. Мне было интересно только обществознание и музыка. Равны. Прости меня, пожалуйста, мама. Вопрос звучит так. Квадрат гипотенуза равен сумме квадратов катетов. Да, тихо. Нормально все? Да, ты так и написал. Да. Я так и написал. Фу. Сумме квадратов катетов. Все. Сумме квадратов катетов. Внизу что у тебя написано? Катетов. Да, там больше на кадетов похоже. Ну ты можешь дать мне сумме квадратов чего? Я хотел, знаешь, как сделать? Вот так. Квадратов? А вот катетов я не придумал. Катетов не придумал. Может, оно и к лучшему. Человек катит, знаешь, что такое? Мужчина, а ты катит нарисовал. Как катит мне нарисовать? Подожди, а как катит выглядит? Катит? Да. Ну, это палочка. Конечно, я знал. Смотри. Слушай, подожди. Вот это катит, а это гипотенуза. Я понял. Сережа ему просто письку нарисовал. Тоже не шарит. Не, ну зато красиво. Между прочим, Сережа, кого-то учит. Это вообще редкость. Спасибо тебе. Так, мы все растем на этом шоу. У нас вопрос только в формулировке, нет? У тебя вообще квадр. Ну все, квадратов написали. Ну ладно, квадратом. Ну согласен, кто вообще слова сейчас целыми пишет? Все, в целом, кто пишет фломастерами. Надо просто отклеить и посмотреть на цвет ламп. И это даст нам понять. Да не, 5 из 5 не может. Сумма квадратов качества. Сумма квадратов качества в зеленый свет. А это значит... Let's fucking go! Трахаться идти подано. Ну, это для моих поклонников. Слушай, ну... Трахаться идти подано. Я понимаю одно, что чем дальше, тем чуть сложнее становится. Скажи, это ты так тащишь. На самом деле все же вопросы... Нет, чем легче мы сейчас ответим, тем нам жестче придется супер-игре. В этом и есть проблема. Я считаю, надо просто расслабиться, потому что, ну, еще 2 вопроса, и это рекорд, который невозможно повторить. Алло! Ну, хватит! То есть он навсегда, на все времена. Лучше уже нельзя. Возможно, да. Короче, 7 и за 1 минуту все ответить только. Ну, давай пока 7 из 7. А я правильно понимаю, сейчас я, ну, именно, если мы, у нас будет 7 из 7, то к нам в качестве спонсора придет крошка картошка. Не, если будет 7 из 7, мы уходим. Все, останься. Не будет. Если вдруг будет, да, то супер игры не будет без нее. Зачем? О, кстати. Мы уже выиграли. Блин, ну прикольно. Да. Супер игру по фану играем. Мы уже выиграли. Закажем супер икру. Как в поле. Трахаться подано, идите.
возможно, реально лучше сейчас вытащить посложнее, 100%. И получше на него ответить. Чтобы... Нет. А как он это выбирает? А как возможно? Диоген, а, хотя нет, смотрите, у нас уже много времени на финал. Допустим, даже если мы два вопроса уже... Минут уже? У нас уже есть 5 минут. Уже есть 5 минут. Поэтому в целом сложные можно оставить туда. Да. Потому что там не надо писать. Да, да, а я что, знаю где? Ну не, ну, ну выбирай. Какой-то у тебя хорошо, видение. Если все будет сложно, я его скину. Да. Так, так нельзя. Прости. Ну что, к шестому? Сделай. Фу, к шестому вопросу. Пожалуйста. Поехали! 3, 2, 1 Давай. Как? 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 Называется? Называется? Место? Место? Место. Где? Где? Река? Река. Берет? Переходит. Приходит? Переходит. Переходит. Начало? Исток. Начало? Исток. Исток. Я исток. Не знаю. Исток. 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 А устье это что? Устье. Река, нет, берет начало. Исток. А, берет исток. 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 Он знает. Исток. 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 Зачем исток? Исток. Говоришь? Да. Исток. 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 Река. Да, что? Да, да, начало. Да, да, да. Исток. Ты понял? Исток. 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 Река. 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 Я плыву. Плыву. А не река. Река. Начинается. Исток. Начало. Точка. Начало. Начало. Исток. Исток. Исток? Не русло. Не, не устье. Не, не, не русло. Да, устье. Не русло. Все. Исток. 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 Да, нет, исток. Да. Нет. Да. Исток. Исток. Как называется да. место, исток. Исток. Где река да. берет, берет начало. Начало. Исток. Исток. Да. 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 О! Да. 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 По-любому нет. Ну, малюсенькая претензия, Сереж. А. Ну ты от того, что мне так, ну, вот так говоришь, ты думаешь, это понятно, типа? Ха! Типа, ха! Это что он тебе так показывает? Ну я ему говорю, я не понимаю, он говорит, ну, ха! Как слова в этой песне? От чистого истока, прекрасная далека. Далека. Да. Ну, ну, надеюсь. Я не понял в вопросе два слова. Я сейчас тебе расскажу. Берет свое начало. Сейчас, да. Как называется место, где река берет, а, берет свое начало? Берет, берет. Но а я мне, пытался понять. А мне казалось, переходит. Очень четко говорит. Очень четко переходит. Говорит. А, это переходит. Нет, он да? берет. Конечно, это переходит. Это человек переходит дорогу. Да. Нет, что мы знаем? У реки есть русло. Русло. А у реки? Почему знаем, что ты? А у реки? Гуляют девки, гуляют мужики. А у реки? А у реки? Да. И это, и фотки. Да, да, на фоне пятерки. Это вы понимаете, это... Ну что еще у реки есть? Водоросли. Водоросли есть. Есть рыба. Да. У реки есть рыбаки. Рыбаки. Утопленники, в конце концов. И место для мотомаса. И место для них. И место, где она берет. Целая река, блядь. Ну давайте мы хихикаем. Подождите, а почему вы все засомневались в истоке? Я Потому что я не понял. Нет, а. Я засомневался в истоке лишь потому, что оно как-то слишком простое слово. Да. Понял? Для такого сложного вопроса, как называется место, где берет река начала. Вопрос поэтически звучит. У меня исток почему-то вода сразу, знаешь, вот в голове. Вода. Река это вода. Когда реку слышишь, сразу вода в голове. Исток. Исток. Я прям слышал, как ты сказал. Исток. Исток. Это гора там. Это похоже, знаешь, на что? На волосы девочки из звонка. Не говори. Ты же просто ужастики любишь смотреть. Так. Фух. Исток. Исток! Let's fucking go! Все. Нет, я не готов! Я не готов! Подождите, подождите. А как же великолепный перевод? Ну? А, что же, нет? Давай, давай. Давай еще раз, подожди. Let's fucking go. Давай. Let's fucking go! Идти трахаться, давайте. Хорошо. 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 Так, ну, я считаю, что... Козлы, блин! Что прослабить атмосферу. Так. Хочу напомнить, что если сейчас зараниться, то все было зря. Да. Ну да. 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 Все старания на смарт. Да. Ну, как будто лет 10 шел к чему-то, и в конце, ну, ничего. Нет, на самом деле, если проанализировать все предыдущие вопросы, у нас все четко, мы не можем ошибиться. Егор берет карточку, сразу читает. Ну, то есть, все четко. Ну, я стараюсь, да, нет, я стараюсь. Нет, все, что от меня зависит, я стараюсь сделать. Все вопросы подобраны таким образом, что хотя бы один человек за столом знает ответ. То есть, если ты... Вот исток знал точно, вот Сережа. Единственная проблема, если ты донесешь вопрос вот до всех нас четверых, а это будет вопрос, на который ответ знает только Дима, вот только тогда может случиться проблема. Пацаны, это сейчас очень ответственный момент. Я даже не знаю, как его... Давайте просто перечислим все, что знает только Дима. Коронарное шунтирование и почерк врача. Ну все, ну там разберемся. Смотрите, вот это вот почерк врача, а это вот что-то вот...
специальность какая-то? Стоматолог. Серьезно? Стоматолог. Стоматограф. Он плохо лечит зубы. Ну, у него красивые, смотри. Ну, ему-то хорошо, просто не он. Это не он сам себе делал. Ну что, ребята, давайте, у нас одна команда. Это что, это одна команда? Мы должны сейчас сделать так. И наверх. Давай, насчитай. Да, седьмому. Если вдруг это не рекорд, это рекорд. То идем к восьмому. Нет, то я попрошу. Попросишь. Реванш? 6 из 6 же делали, да? Да. Да, конечно. Тогда ничего не попрошу. Я не первый. Я хотел просто воды. Давайте скорее к этому легендарному моменту отправить. Давайте. Я уже ипотеку взял под этот вопрос. Тихо. Какая большая ответственность. Тихо. Мы идем к седьмому вопросу прямо сейчас. Поехали! Чем? За щекою. Щеку. Хорошо. Газон. Бродить по свету фунтику. С чем? Чем? За щекой. Хорошо. Я не понимаю, что вот это бродить. Проходить? По? Свету. Свет. А, за щекой. Карамелька. Фунтику. Карамелька. Карамелька. Смотри, это конфетка. Конфета, я понял, конфетка. Карамелька. Карамелька. Блять, мы близко. С карамелькой. С чем? За щекой. Хорошо пройти по свету. Фунтику. Фунтику. С карамелькой за щекою. Карамелька. С другом и с карамелькой за щекою. Карамелька. Да. С карамелькой. Ой. Что это? Все нормально. Все нормально вроде. Вы что, бля? Не, все нормально. А что он орет? Вот, все нормально. Пожалуйста. Не заводись только. Пожалуйста, хоть бы это было оно. Нет! Ешь! Почему ты молчишь? Что ты не пишешь? Потому что он начал орать. Нет, забудь. Забудь его. Нет, я уже давно написал. Все. Он начал орать. Медленно убери маркер от бумажки. Положи маркер на пол! Бля, пацаны, пожалуйста, давайте это сделаем. Блять, что он орал? Да не важно! Нахуй ты это сделал? Зачем? Потому что могут доебаться за окончание. Ну да, окончание. Ты же сделал окончание, как у нас? Нет. Я откуда знаю? Бля, ребята, подождите, давайте разберемся. Нет, возможно, до трех окончаний. Все, я понял. Я сейчас быстро скажу, не исправляя. Так. Но я понял вопрос. Так. Но это типа про фунтика. Да. Но... Тогда ответ типа карамелькой. Да. И ты это орал. Да. Но я уже не стал исправлять, потому что они сказали, брось маркер. Ну да, ну, я сказал, карамелька. Ну, с чем? Ну, карамелька, карамелькой. С чем? С карамелькой. Там, ну, типа. Ты это? А я думал, карамель ты хотел сказать. А-а-а. Нет. Не. С чем? С карамелькой? С карамелька. Ну, карамелька. Я написал карамелькой. Ну, мне кажется, это вообще... Мы же поняли. Отклеивай. Подожди. Давайте договорим. Ну, блин, ну это же четко. Кому ты это подсказываешь? Если честно, мужики, ну, я вопрос вообще не понял. Нет, я понял по свету, вот это я. Ты не понял за щекой? Нет, я за щекой понял. Какой вопрос был? С чем за щекой хорошо бродить по свету фунтику? Хорошо бродить. Он понял фунтик, я бродить по свету, ты с чем за щекой? А еще одну для друга. Ну. Все, мы с тобой вместе просрали. Нет, почему? Стопудово. Но карамелька карамелькой. Подожди. Блядь. Ну все, он уже оторвал. Карамелькой. Карамелькой. Смотрим на лампы. Ну это карамелька. На лампы смотрим. Зеленый! Лампа, это что? Это круто! Все вместе! Приехал взять! Бежим туда! Пацаны, есть предложение. Я думаю, что могут возникнуть у людей вопросы и такие, бля, это нечестно, раз окончание. Может, еще один? Да ну да нет. У кого? Зеленый свет. Вовремя. Смотри, карамелькой, карамелька, какая разница? Это когда, как азартные игры. Вообще ответ-то правильный. Там же нет пропуска в песне. Да. Там же чем ходить по свету? Ответ карамелька. Это же не прямое цитирование песни.
Нет, сейчас, если да. это не прямое... С чем? За щекой хорошо бродить по свету. Это не прямое цитирование. Да, здесь нет цитаты из песни. Если товарищ судья! Была... Да, это не... Он... Нет, не товарищ судья, мы сделали этот легендарный момент это или нет? Да. Да, 7 из 7. С кем мы советуемся, если у нас 7 из 7? Все, 7 из 7, все правильно. Все, все поехали на Арбата 15. Даже если бы я написал «Караку», мы засчитали. Да, мне похую. Простите, родители 7 из 7, но 7 из 7 это ебать. Да, пацаны. На жесточайшем. На жесточайшем чине. На жесточайшем расслабоне. Вот почему мы его так долго ждали. Конечно, ради этого. Все, внимание, игроки. Блять. Так. Что-то плохое. Но супер игру никто не отменял. Не отменял. Не только мне решится, победит ваша команда сегодня. Уважаемый судья. Если вас можно так называть. Мне даже нравится. Скажите, пожалуйста, может быть, стоит еще один вопросик? Нету ни малейшего подозрения на жульничество. Да. О, да. А, это самый кипр. Вредный судья на свете — это я, и мы абсолютно сильно рады, что сели себе. Блин, пацаны, такого я не ожидал. Все, убирайте все со стола. Я говорил, я говорил. Жестко. Ну а теперь давайте просырем супер игру. Вот это будет не все легендарное. К супер игре. Поехали. Ну что ж, супер гейм. Расскажи, пожалуйста. Для чего мы отвечали на вопросы? Мой последний выпуск. Так. Все, я прошел громкий вопрос. Не, ну скажите, он сегодня был хорош. Хорош, босс, ты был хорош. Просто легендарен. Я говорил, просто надо, ну, не, ну мы все сыграли отлично. Отлично, отлично. 7 минут, такого не было никогда. Так. 6 было. 7 в супер игре не было. За 7 минут, ты знаешь правила, ты должен понять 4 вопроса. Мы также иногда говорим ответы, иногда вопросы, а ты много говоришь, и может даже случайно попадаешь в правильный ответ. Рандомим. Загорается зеленый, переход хода к следующему игроку. Единственная, ну, просьба. Так. Это к вам. Угу. 7 минут много. Да. Так. Не расслабляться. Ну, давайте, да? Не бакланим. Не бакланим. Да. Бакланим. И сейчас я ее уже вижу. Ну, чисто вот, чтобы... Ой, блядь. Слушайте, на всякий случай, давайте всякое было. Я напоминаю, что когда было 6, мы проиграли. Просрали, да. На всякий случай, смотрите. Допустим, мы уперлись, вот что-то не можем объяснить. Надо объяснить. Надо попробовать, не знаю, другого человека, чтобы попытался объяснить. Или с другой стороны. Слушай, мы будем привергать к буквам? Нет, мне запретили. Мы запретили подходить к буквам на ближе, чем на 3. Ну, я пенсне, когда я показывал букву. Ну, это ты показал, типа, через какую-то... Ну, вот Е мне твоя нравится. Это Серегина Е. Она мне его достала. Нет, точно нельзя. Давайте буквы не будем. Не, ну Е, типа, из серии... Не, ну хорошо. Ладно, если на первом вопросе у нас будет оставаться 30 секунд, можно буквы, пожалуйста, тогда уже, наверное, можно. Хватит подстилать солом, пацаны. Давайте сыграем. Пацаны, только единственное. Несмотря на то, что у нас 7 минут, давайте в том же темпе попробуем, чем играть лучше. Да. Потому что рекорд мой кто-нибудь побьет 7-7. Да. А можно еще в суперигре рекорд поставить, чтобы он был общий. Да. Такого точно. А еще давайте на одной ноге в этот момент стоять. Давай! Рекордный рекорд. Я тебе доверился. Погнали. Это суперигра. 7 минут. Поехали! 3, 2, 1. Ученик джедая. Падаван. Ракета. Что это? Звездные войны. Звездные войны. Да. Джедай. А, ученик. Падаван. 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 Да, лучший. Есть. Караван. Караван. Короче. Гора. Гора. Верблюд. Выплюнуть. Их много. Верблюд. Караван. Верблюд. Караван. 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 Да! Да! Абитуриент. Абитуриент. Я... Обнуление. Абитуриент. Ладно. Я... Объявление. Я поступаю в высшее учебное... Ты поступаешь в институт. Да. Есть школа, это вуз. Вуз. Я поступаю в вуз, я абитуриент. 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 Лучший. Балбес. 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 Легенда.
Все, мужики! Так, подождите! Все! Несите другое шоу! Любое шоу другое! Мы сделали! Подождите, можно же снимать видео! Пацаны, не зря это мое любимое шоу! Мы прошли громкий вопрос! Все! Фу, блядь. А я сказал, я не буду стричься. Let's fucking go! Let's fucking go! Похуй на перевод! Слушайте, я сказал, что не буду стричься, пока мы не выиграем. 70. Давайте покурим. Ножницы мне! Все, в следующей передаче еще давайте глаза завяжем. Понял, что такое секс? Что в следующей передаче? Давайте глаза завяжем, говорит. Это уже неинтересно все. Уже все. У нас там еще времени осталось, минут 7. А за сколько мы? За сколько мы? Да, кто-то засекол какого? Кто-то засекул колд. Чуть больше минуты. Чуть больше. Чуть больше. Это 1.01, возможно. Да, вообще. Давай вопрос почитаем, мне интересно. Балдец был, абитуриент. Караван. И подаван. И подаван. Мне было просто подаван, караван. Все в рифму, да. Я думаю, что они одни и те же вопросы. Абитуриент, балбес, можно стих написать. У меня было просто ученик джеда. Абитуриент, балбес, зашел на караван. Там подаван. Там подаван. Ну и слово «ес» где-то добавлять. Слушай, где он ему меч подавал? Когда ты начал показывать верблюда, я думал, сейчас у них есть название. А ты смотрел «Верблюда»? Да, ну, блядь. Я даже подумал, как тупо было назвать чувака «подаван». Что типа «подаван»? Ну типа, дай мне эти наушники. Спасибо, подаван. Подал. Блин, пацаны, я рад. Это есть «приносян»? «Приносян»? Не, ну «приносян» — это же бар МЗС. Так, у тебя какой был вопрос? Ты помнишь? Вереница верблюдов. А, вереница верблюдов. Ну, караван. Вереница. А у тебя? Тот, кто поступает в высшее или среднее специальное учебное заведение, называется... Блин, пацаны, может, добьем вот эти четыре? Абитуриент. Ну, у меня сложный вопрос, если честно был. Ну, трус, бывалый и... Блин, Серег, ты еле затащил, конечно. Справился, конечно. Да все убираем. Не, во-первых, подождите. Тебе надо это в рамочку поставить 4 вот этих финальных вопроса, в картину домой повесить. Да, где третий? Где-то караван. Караван. Уехать на недельку до второго, очки без мушек. Осенние месяца. Блин, прикинь. Радовался. На замедленном повторе. Было. Как называется место, где река берет начало. Ну, пиздец. Подожди, а ты не мог сюда? Я знаю, как проверить, нет ли здесь этого вопроса. Давайте на эти ответим. Какого вопроса этого? Ну, как ответим? Ответим... Возьмем, ну, я предлагал, давай, да, давайте, да, добьем. Давай, давай. Давайте добьем. Посмотрим, давай. Смогли бы мы ответить. Кто 7 из 7 выиграл, может, еще что хочешь сделать? Подожди, у нас хочешь наушники подержи? Не, не, или подай мне их, подаван. Просто открываем, смотрим. Давайте бабки поставим. Давайте, супер-пупер игра. Супер-пупер игра. Супер-пупер игра. У нас 6 минут осталось. А, да, у нас же 6 минут. 6 минут осталось. Супер-пупер игра и супер-пупер игра. Но у нас есть первый. Первый рекорд у нас вставляется. Да, да, нет, конечно, сейчас он не учитывается. Не учитывается, да, просто так. Для это первое несгораемое. Это мы уже победили, сейчас еще, может, обоссым. Но если честно, вот мы уже вошли в азарт. Да. Сейчас, да, да, точно проиграли. Да точно похуй! Скажите, мы как же, вот так же по очереди? Просто? Да, по очереди. Да, давай я первый. Давай вот так. О, смотри, а давайте в обратно. Давайте в обратно. Прошу, как у нас 5? Нет, 4. Нет, нас все. И нас 7! Да вы что, его не замечаете? Слава затмила мне голову, блин. Все, эти можешь выкинуть. Или найдем. Нет, я хочу их реально собрать сюда тогда. Все, начинаем с Сереги тогда, да? Да, в сторону? Нет, я по кругу идем дальше. Ну, вы решили в обратную сторону. Да. Прикольно, это супер-пупер игра. Это супер-пупер игра. Ты что, забыл правила? Там даже в другую сторону. Ну, есть ощущение, да, что мы были на каком-то вот прям подъеме, а сейчас так чуть-чуть уже. Нормально. Ладно, еще это сделаем. Ну что, мы двигаемся к супер-пупер игре. Поехали. 3, 2, 1. Настольная игра. Насколько? Настольная игра. Настольная игра с названием. С названием. Испанского. А, уно! 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 Испанский! Уно! Игра, игра! Игра, много карт. Уно! 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 Уно, да, конечно! Уно!
Вереница верблюда! Карабан! Что? Заебись! Нам похуй, это супер-пупер игра! Те же вопросы, до пизды! Страйк! 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 Давай! Скажи, подавал, Давайте просто любые вопросы. У нас ученик джедая. У нас оставалось только два вопроса. Два вопроса. Да. Идеальный бросок, когда боулинг с первого раза выбивает. Пацаны, подождите. Официант, неси еще вопросы. Я хочу еще вопросы. Супер-пупер игру размотали вообще. Слушай, вот, все. Ученик джедая, трус бывалый и тот, кто поступает, и верни верблюда. А у меня, прикинь, я читаю. Это моя суперигра. Вереница верблюда. Что? Что было? Я в какой-то момент запаниковал. Настольная игра с названием испанского числительного. И я думаю, как они завуалировали Уна. Уна, Уна. Я сначала... Ты еще такой... Урод! Урод! Я давно хотел сказать, но... Я такой думаю, ну я вроде бы... Чуть лучше, чем урод должен выглядеть. Ну что, пацаны, мы и суперигру пошли, и суперпупер игру. Да. Да мы все сделали, блин, вообще как надо. Ну, придется, да, тогда? Что придется? Ну, то, чем мы... Ну, извини, начал... извини. Вот я сегодня перед тем, как ехать, поспал, и из-за этого пропустил один момент. Какой? Я хотел приехать с подарком. О, да все так говорят, Егор. Не-не-не-не-не-не. Я поспал. Мы, кстати, тоже сегодня проспали. Вот. Нас... И я же хотел сделать совместный стрим с вами. Я много раз тебе об этом говорил. Да. Вот поэтому приглашаю вас. Когда-нибудь мы это сделаем. И там на стриме я вам подарю подарок. Шикарно. Договор. Придется, конечно, идти. Придется. Не, ну, конечно. Я за подарок. Идет. Слушай. Я тоже за подарок намного готов. Бам! Все, идем на стрим. Пацаны, супер-пупер игру выиграли. Мы выиграли все. Там было два вопроса. Все, давайте убираем. Мы достойно. Это просто к тому, что если скажешь, ну там просто они на все. Да не, уже все это. Мы на все ответим. Это просто аплодисменты. Мы выиграли все, что можно. Подождите, это супер-пупер аплодисмент? Это супер-пупер аплодисмент. Так, Егор, ну что, поскольку ты смотришь все программы, ты прекрасно знаешь, что у нас происходит в конце. Да. Мы всем гостям дарим подарки. Подготовленные. Причем, подготовленные, мне да. Мне было интересно, кому же вы звонили? Кто тот человек? Слушай, кому мы только не звонили. Узнали о тебе очень много информации. Да, ты любишь дорогие тачки. Это как и все. Как и все. Был человек, который... дома. Который именно так отвечал на наши вопросы. Это очевидные подарки, мы их отвели. Это любой подарок. Да, конечно. Но мы узнали очень прикольную штуку, что ты очень любишь Японию. Да. Аниме, всякие вот такие вот штуки. Это правда. И поэтому мы решили связать наш подарок с этим твоим интересом. Японская песня. Я думал связать своими руками. Вот он, японский свитер. Я даже не знаю. Я надеюсь, что там постер. Не, это не постер. Тогда пока. Счастливый Егор. Ну, с росписью. Вот я сейчас пытаюсь даже выразить, как вот это назвать, но я даже не знаю, как это назвать. Ну, это на это вау. Не-не-не-не, не подкрепить это эмоции, а реально, как это называть? Пацаны, сегодняшний покупок вам это уже подарок. Давай назовем это артефакт. Это у этого есть. Артефакт. Да? Это же очевидное есть название. Это очевидно. Это маска. Какая? Театр? Да. Да. Театральный. Японского театра шоу с НТВ? Не-не-не. Это маска японского театра «Но». Да. Вау. Я не знаю, что... А сейчас мы тебе покажем... Не знаешь пока, как реагировать? Или такой... И скидываю нахуй. И достаю просто айфон тебе последний. Свой. Там почистил потом. Это маска японского театра «Но». Но. 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 И выглядит она вот так вот. Что? Прям тяжелая, слушай. Это тяжелая штука, да. Это не просто маска. Если ты хочешь узнать, что она означает, спроси. А что означает эта маска? Это маска демона Они. То есть мне пиздец. Нет, она символизирует человека, который не может сдержать гнев и может превратиться в демона Они. Это вот похоже на меня, это да? Это похоже на тебя. Блин, знаешь, что это смущает? Очень крутой подарок, правда. Меня смущает, что у тебя вторая рука свободная. У меня просто есть еще одна маска.
Йоу! Это что, я прям учил. Это Хани. Это маска, маска девушки, которая от ревности, от ревности, она там ее всю душу как бы очернила. Симпатичная, да. И она превратилась в такого демона. Причем под определенным углом, то есть ты посмотришь, что она не просто злится, она еще где-то тут плачет. Я этот угол не нашел, у тебя будет время. И так как у тебя уже есть две маски с рогами, я решил найти маску, которая символизирует красоту и юность. О боже, что? Подари ее мне. Да, это самая первая маска этого театра. Вау. Она выглядит вот так. Да, причем она с другой стороны прям в крови. Кайф, да? Это вообще топ. Это какая-то девушка? Да. Кто это? Да, девушка. Это, наверное, это можно надевать, интересно? Ну, вообще, да. Или они больше ну, это как в фильме «Маска», она вот так... Или если очень маленькое лицо. Да-да-да. Не, ну мне вот, наверное, вот это больше. Вот это подойдет. Нужно просто ниточку, да. Ну да, ниточку. Да. Угу. А это может кому-нибудь дать, ну, типа, девушке. Yeah. Слушай, это вообще топ, пацанушки. К сожалению, я пришел с пустыми руками. Главное, что мы выиграли. Это так похоже. Не-не-не, короче, Серега на чем-то сидит. Да. Я на чем-то на той открывашке. Я на чем-то сижу, и как бы мы. Вы покажите эту открывашку, пожалуйста, мои заблюдо. Я сейчас покажу. Я тоже приготовил маску. Каждый выбирал маску сам. Так. Да. Вот. Это тоже демон. Это реально, да. Это демон Тенгу. Ну, мы же это можем показывать? Конечно, можем, да. Это же нос. Здесь написано на лбу мистер пенис. Реально? Да, это на японском. Что означает мистер нос? Да, это лесной дух. Лесной, да. И он кошмарит людей, которые ходят по лесу и плохо себя ведут. Но мы это, наверное, не можем все-таки, это будет в блюре. Да почему? Любой мальчик может заглянуть и посмотреть на эту маску. Так, девочка. Ну, мальчику. Положи, вот так, да, вот так будет. Да, вот так. Пацаны, ну вы че, я старался, но я буду держать. Так точно мы забьем. Пацаны, спасибо вам реально за то, что подготовились, и охеренный подарок. А можешь без рук? Это очень круто. Где вы это нашли вообще? В Японии. Сейчас где-то есть. Сейчас где-то есть работа. Ручная работа, все. Да. А, это фейк, все, вы это сами сделали. Нет, почему? Только они же их делают, каждый актер же сам себе делает маску, ну, под свой лицо. Ребят, ну, спасибо. Нет, я на самом деле, что хочу сказать? Во-первых, спасибо. А выбрать можешь только одну. Ну, вот это тогда она будет. Подожди, а... А, Серега, он очень сильно за нее зацепился, прямо с этого сока. Ладно, тогда все остальные реально, к сожалению, не был ни разу еще в Японии. Я мечтаю туда полететь, но мне нравится... В этих масках пускают. Это как виза. Ну, мне очень нравится все, что связано с Японией. И вот вы мне подарили частичку Японии, которая теперь у меня будет дома. Радовать не только меня, видимо. А еще и гостей. Блин, но я думаю, что такой выпуск обязательно заслуживает лайка, подписки на канал. Естественно. Подписки на всех пацанов. И давайте... Давайте, кайфово, знаете как, сколько у вас лайки выпуски набирают? Ну, типа, 150, 160. 300 тысяч лайков, и я не приду второй раз. Не, реально, если что, зовите, я приду еще раз. Да вообще, Егор, мы только с удовольствием. Спасибо тебе огромное, что ты пришел. Легенда. Это вам. Ну и все, что вам делать, уже сказал Егор. Все, просто пишите комментарии, подписки, лайки, все ссылки в описании. Спасибо вам огромное. И всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца, особенно стримеры, привет вашему чату. Это для вас. Все, увидимся на новом Арбате 15. Всем пока!